Поставила яйца варить, уже закипают. Не обращайте внимания на мои кастрюльки. Это Кеша мне постарался. Кешенька мой любимый, погрыз все. Буду делать пирожки, буду жарить с зеленым луком. С яйцом и зеленым луком. 9 минут осталось вымешиваться моему тесту. Сейчас покажу. Тесто я делаю в хлебопечке. Ну, еще вот 9 минут, оно потом еще поднимется. Лук я попробую добавить замороженный. Я готовила на зиму, замораживала. Вот, замораживала и в пакетах, и в банках. Но в банках я не буду. Сейчас в первую очередь нужно использовать то, что в пакетах. На обед сегодня грибной суп. А вы добавляете в грибной суп сметанку? Я добавляю. Грибы у нас белый гриб, боровичок, такие вот вкусненькие, вкусняшки. Крупу я добавила, булгур. Кто пробовал такую крупу? Но она чем-то рис напоминает, но она не как рис. Что-то между рисом и перловкой, скажем так. Но очень вкусная. Я сегодня на ужин ее приготовлю. И вот я солила на зиму огурчики. Они не маринованные, они соленые. Ну, как бочковые, скажем так. Мандаринки мои пожарились. Видите, вкусняшка какая. Все это придется скушать мне одной, потому что Антошка гренки такие не ест. Снимем сейчас обзор на Антошкин новогодний подарок. Посмотрите, вот такой в школе Дед Мороз подарок принес. Тяжелая коробка. Я думаю, что больше килограмма. Сейчас будем открывать. Сами собирали, наверное. Не вижу я, что он покупной. Варюшка, и ты пришла. Варюшка пришла. Насыпаем конфетки. А то, что угостишь маму. Смотрим, ребята, мармеладки. Сок. Батончик. Какая тут начинка сливочная. Шоколадная. Я вот такие со сливочной начинкой обожаю. Киндер-сюрприз. С Новым годом. Письмо даже от Деда Мороза. Шоколадка, мармеладки, конфетки. А нет, наверное, я думаю, что покупной подарок. Потому что вот эта штука лежала в подарке. Попкорн такой вот. Скитлс. Ну что здесь еще? Батончики. Чокопай. Такой подарок у нас со школы. Конфетки всякие разные. Чупа-чупс. Аленка маленькая. Такой подарок. Всем привет. У нас сегодня солнышко. Морозный день, минус 8 мороза. Иду, хочу показать вам нашу елочку. Снег хрустит, слышите? В новогоднюю ночь все собираются у нас здесь под вот этой... На этой площади перед праздничной елью. Смотрите, красота какая.
Смотрите, котик под елочкой замерз, наверное, бежит ко мне. А нет, побежал. Корт, там будут заливать у нас каток, вот вдалеке. А здесь вот наш дом культуры и спорта. Игрушки, посмотрите, дети своими руками делали какие. Вот такая у нас елочка. Здесь у нас находится вот такая вот аллея со скамеечками. Молодые мамочки и бабушки-пенсионеры. Летом, но зимой, конечно, не сидят. Летом. Когда Антошка у меня был маленький, я здесь часто с коляской прогуливалась и сидела на скамеечке. Тихо, спокойно, хорошо. Сегодня вот морозный день такой. Минус 8 мороза. Сейчас покажу площадку детскую нашу. В этом году у нас вот деткам построили вот такую площадку. Посмотрите, детскую. Поселок наш благоустраивается потихоньку. Магазины у нас есть здесь. Магнит, Пятерочка. Все необходимое, все есть. Покажу сейчас вам. Вот машинка. Смотрите, паровозик, горки. Вот такая у нас площадка, скамеечки. Магнит косметика, вот он есть у нас. Магнит магазин. Каруселька. Вот какая скамеечка красивая, как трон. Качельки. Магазин Пятерочка. Посмотрите, как украшено красиво. Даже мышка есть. В очках мышка. Смотрите. Подарочки. Зашла я за мандаринами. Выхожу, смотрю, котик кушает. Кто-то его покормил, а голуби здесь тусуются, ждут, когда он наестся. Посмотрите. Они живут прям в коробке здесь в магазине на входе. Им холодно, но они так прижмутся друг к дружке и спят. Вот их подкармливает кто-то. Ну, голубям достанется. Что там у него? Каша, наверное. Что ты, ага, ждешь, повкуснее тебе дай, да? Кушай, кушай, что дали. Плов, по-моему, с мясом. Выпустила мама Кешеньку из клетки. И что вы думаете, Кешенька с разбега сюда уже, да? Но он не совсем сюда планирует, это он уже так приземлился сюда. Он планирует, сейчас покажу куда. Планирует наверх к своей терочке. Кеш, давай выходи отсюда по-хорошему. Выходи, говорю. Кеш, вылезай давай. Выходи, только тебя там еще в тарелке не было. Видите, дом какой себе нашел. Выходи давай. А вчера его нечаянно в посудомоечной машинке закрыли. Слышу, шевелится, где-то крякает. Вчера вот здесь его нечаянно закрыли. Ну, не то, что с водой, здесь уже посуда вымыта, чистая. Помыто, вот нечаянно Кешеньку вчера здесь закрыли. Уходи давай, Кешуня.
Облюбовал там тарелочки. Ты мне не разбей, только еще чего не хватало мне тут. Варюшка моя любит на одежде полежать. Вот легла на мою кофточку.